Улица Караваевой на участке от 10 до 14 проезда станет шире. Здесь начались работы по созданию дополнительной полосы для общественного транспорта. Протяженность ремонтируемого участка составляет 300 метров. Ранее здесь были у нас трамвайные пути. Долгое время эта территория оставалась бесхозной. Здесь мы знаем, что на выезде на Кинешемскую трассу образуются пробки, поэтому принято проектное решение по увеличению ширины проезжей части за счет этой территории. Ремонтные работы захватывают часть 10-го проезда. Кроме того, что здесь заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят две остановки общественного транспорта и дополнительные парковочные места. Это очень важный участок для города Иваново. И хорошо, что администрация обратила внимание на мнение общественности. Сегодня мы видим совсем другой подход к работам. Здесь происходит комплексный ремонт. Мы видим, как ремонтируется полотно транспортного движения. Также мы видим, как ремонтируются тротуары и одновременно оборудуются пешеходные переходы, полностью соответствующие всем ГОСТам и стандартам. Пешеходные переходы на этом участке действительно станут безопаснее. Их совместят с искусственной дорожной неровностью, а значит, они окажутся чуть выше проезжей части. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.